Не надо паники. Это мой последний день на Титанике. К чему это говорю? Ольга, вот с вашей фамилией надо петь песни про Титаник, а вы работаете инженером. Ну, как бы творчество Лолиты Белявской меня не особо впечатляет, поэтому я лучше инженером поработаю. Ну, а петь пробовали? С мужем в машине, да. А в хоре? Нет, в хоре не пела, хотя музыкальную школу, ну, училась в музыкальной школе. Иргалей, что случилось, что произошло с момента нашей последней встречи с вами? Ну, вот в прошлом году женился, так. Родился ребенок, сын. Сын? Как назвал? Назар. Понятно. То есть Назар Иргалеевич. Да. Кем он будет? Да, врачом, наверное. Врачом? Да. Хорошая профессия. Нет ничего удивительного в том, что у этих молодых людей на главном посту управления станом 2000 хорошее настроение. Год заканчивается и для них, и для всего 11-го листопрокатного цеха вполне успешно. О слагаемых этого успеха мы еще поговорим. А сейчас предварительные итоги. На дворе ноябрь 2019 года, на текущий момент видим выполнение полной производственной программы по всем агрегатам. Основная задача, которая перед нами стояла, это выполнить заказы наших потребителей точно в срок. Ну, из объемов это то, что достигаем мы производства металлопроката с качеством отделки С в районе 7-7,5 тысяч тонн металла по месяцу. Дмитрий Юрьевич, ну ведь именно в этом году уходящем вы стали начальником цеха 11-го листопрокатного, одного из самых главных цехов на комбинате. Вы почувствовали какую-то особую ответственность после этого назначения? Ну, ответственность в ЛПЦ-1, в частности, все прекрасно осознают, то, что у каждого свои обязанности, свои понимания. Начальником цеха, понятно, что будучи раньше замом по технологии, я занимался в основном технологией и остальные вопросы решал помимо соприкосновения технологии и качества. То сейчас уже приходится охватывать абсолютно все вопросы, и бюджеты, и деньги, качество, то же самое качество, уже совсем немного с другой стороны. Ну а вам не кажется, что вот начальник цеха должен обладать еще одним качеством? Он должен уметь разговаривать с людьми и понимать людей? Как бы насквозь их видеть? Или я не прав? Это обязанность не только начальника цеха, это любого руководящего работника. Основная обязанность – это понимать людей, постоянно с ними работать, находить общий язык и знать, чем живет твой коллектив. В противном случае, как люблю выражаться, победы и удачи нам не видать. Каково это быть на последнем рубеже, когда к тебе на стан поступает металл как результат нелегкого труда? Горняков и горновых, сталеваров и коксохимиков. И хотя этот стан автомат плюс мощная эффективная система контроля за качеством, все равно, как в анекдоте, одно неловкое движение и вы нет. В нашем случае не отец, а тот, кто подвел смежников, а значит, и им и себе не обеспечил достойную зарплату. Но вы прекрасно понимаете, что мы просто перестраховываемся. На самом деле все иначе. Вы события предугадываете, которые могут повлиять на производство в негативную сторону? Да, конечно, в этом плане ведется работа. Те недостатки, которые мы можем получить, конечно, мы их прогнозируем, мы их предугадываем. Пытаемся преодолеть до их получения еще. Вот. Скорее всего, с этим и связано то, что цех работает успешно. То есть это наши прогнозы. Смотрим на шаг, на два вперед. Цех не то, чтобы совсем молодой. 8 лет – это возраст, да? Хотя оборудование выглядит как новенькое, как будто вчера его смонтировали. Ну да, действительно, это можно вот и так сказать. Все связано с тем, как мы относимся к этому оборудованию. Мы же сюда приходим как домой, второй дом. Дома порядок, на работе порядок. Все это связано. Поэтому и выглядит как новый. А вот ваш вклад в дело общее, я имею в виду в улучшение качества продукции, каков? Дело в том, что я смотрю, например, чтобы даже если какой-нибудь ответственный металл, который идет на наши автомобильные заводы,
чтобы было там как можно меньше дефектов, чтобы, точнее, они там вообще, в принципе, должны как бы отсутствовать. Вот. И то есть я помогаю операторам, показываю, выявляю, то есть эти дефекты. Я работаю на парсетеке, получается, и конкретно он стоит, чтобы защищать стан от порывов полосы. Если я вижу какой-нибудь дефект, который не пройдет стан, на котором он порвется, я поставлю на нем отметку, чтобы оператор его вымотал. Или, ну, то есть вырезал этот дефект. Ну, как бы функция контролера, да? Ну да, можно и так сказать. Вот при советской власти с контролером любым можно было договориться. А с вами можно договориться? На тему. Ну, пропустить что-нибудь, закрыть глаза. Не, как бы им самим невыгодно пропускать и закрывать глаза. То есть, если я закрою глаза, они порвутся, им придется разбуриваться. То есть, они не хотят, чтобы я закрывала глаза. И мне неинтересно это. Стан 2000 холодной прокатки вместе с агрегатами оцинкования и отжига металла вот уже несколько лет производит продукцию с кодовым названием «Группа С». Это очень дорогой и оцененный высоко европейскими концернами автомобильный лист. И здесь тот самый случай, когда спрос превышает производство. Металл серьезный, будем валять стан, готовиться к нему, чистить, промывать, клейте, ролики протирать. То есть перевалка займет большее количество времени, чем обычно, так? Нет, как обычно у нас перевалка стана 10 минут проходит. Мы успеем все сделать. То есть простоев не будет. А ведь я помню время, когда перевалка занимала 20 минут, даже полчаса. Что случилось? Что произошло? Ну, мы как бы отработали этот момент. И как бы все вот эти тонкости в перевалке мы научились делать перевалку очень быстро. Смотрим и видим, что надо сделать, что подставить, подложить, подвалить. А правда, что эти вот сэкономленные 10 минут превращаются к концу года в миллионы тонн проката качественного плюсом? Да, конечно. Мы стараемся, чтобы время лишнее не терять. Делаем горячие часы. В том месяце мы произвели рекордное количество тонн, 152 тысячи прокатали с половиной. А из них группа С какой процент занимает? Ну, порядка 40 тысяч тонн. А когда осуществится мечта многих людей на комбинате и на магнитке вообще, чтобы появился четвертый автомобиль, кузов четвертого автомобиля у вас там возле стана, и он был бы или Mercedes, или BMW, или Audi, а может быть, и японец хорош? Ну, жизнь покажет. Пока не планируется. С концернами ведем общие разговоры. Заинтересованы, но пока общего, окончательной точки не нашли. А место есть? Найдем. Место есть, найдем. Что такое 8 лет для цеха, работа которого, а я в этом уверен, перевернула сознание многих людей на магнитке, кто достойно и квалифицированно трудился в прокатном переделе. Немецкие партнеры из компании SMS CIMAC еще 12 лет тому назад нас заверили, что возведут на ММК самый совершенный прокатный стан в Европе. Построили, все, что обещали, выполнили. Мы со своей стороны освоили и станы, и агрегаты отделки металла на 100 и более процентов. И все это еще и потому, что нам по-прежнему внятно все. И острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Стараемся на работу приходить на позитиве, подготовленными к работе, потому что смена 12 часов. Надо себя поддерживать и морально, и физически в хорошем состоянии. А бывало так, что вот отработал смену, а уходить домой не хочется? Естественно, бывало. А там Назар ждет маленький. Ну, успею. Конечно. Понятно. То есть год прошел, не прошел, но вот заканчивается неплохо, да? Да, плодотворно, вполне. Все отлично. Так, за спиной же университет, так? Да, обработка металлодавлением, специалитет.
А нет желания, допустим, в науку уйти, заняться там подготовкой диссертации кандидатской? Да не, я это не мое это, я производственник. Ну что плохого, работать в цехе и иметь кандидатскую степень, зарплате добавка? Много времени очень надо. У меня же сын, с ним надо проводить время. А потенциал, я имею в виду, вот мозговой отсек позволяет? Ну, конечно, здесь, чтобы металл катать, нужны мозги. Для диссертации? Для диссертации, естественно, тоже. Раз здесь могу, и там смогу. Ну вот я знаю, что вот в самых дальних планах все-таки эта мысль сидит в тебе. Мы вот год назад разговаривали, я это почувствовал. Я прав? Да не, ну конечно, охота развиваться, стремиться к чему-то новому. Так время покажет.